Здорово, банда. Хотел снять шотс, но что-то не укладываюсь. Я даже не доходит у меня до мясорубки. В общем, каратун. Аппетитный каратун, да? Кто не знает, каратуном мы называем короткое видео. Друзья, 930 грамм, а то сейчас пропадет. В общем, когда-то работал на стройке, и Витя Хохол угощал меня таким салом. И с тех пор, не скажу, что прямо вот постоянно в холодильнике оно у меня есть, но очень часто с женой покупаем свежее сало, беру у домашнее, как проверенного продавца, да, проверенного продавца в городе Владимире. Где-то держат там за чертой города, но не суть. В общем, сало нам нравится, мы берем соленое и такое. Шкурку отрезал, 900 грамм сала, 9 зубчиков чеснока, то есть на 100 грамм сала один зубчик. У меня чуть побольше, потому что где-то он я подрезал тут. Вот. Я люблю вообще чеснок. Перец, соль. Все, тут ничего, сильно много не надо, но еще укроп будет. В общем, прокручиваю все в мелкую мясорубку. Прокручиваю в перемешку с чесноком. Ребят, вот столько я взял горошков. Ну, не знаю, сколько тут, штук 20. Как правило, говорят, что на килограмм сала надо 2 чайных ложки соли. Ну, это, сами понимаете, это вкусовщина. То есть, мало добавили, много выбросьте. В общем, перемалываю, вернее, давлю чеснок. Фу, блин, чеснок, перец. Зоя тут отвлекает, у нее тут тоже он что-то готовится. Высыпаю сюда, добавляю укроп. Дальше посмотрим. Так вот все это выглядит. Вот столько взял укропчика. Не вакуумированный, поэтому, видите, немножко с этим, со льдом. Высыпаю все сюда. Еда. И размешиваю. Ну и вот, братцы, все размешал. То есть сейчас накрываю пленкой пищевой и в холодильник на пару-тройку часов. Все. Ну и что, братцы, пришло время тестировать свеженький бородинский хлебушек. Вот такая вот красота получилась. Вообще, ребят, если честно, 5 лет назад на этой стройке, когда мне это предложили, мне прям, знаете, какое-то отвращение было, честно. Но попробовав, вот, не поверите, уже лет 5 я вот эту штуку... Я не говорю, что это на постоянке у меня она, но очень часто покупаю свежее сало и прям толсто, толсто его намазываю. Вот такая вот. Ай, красотища. Чесноком пахнет классно. На соль все нормально, уже пробовал. Отложим пока в сторонку. Это у нас, ой, литровая бутылочка нашей гречишной самогоночки. Гречка здесь насыпана так, чисто для антуражу. Зато подписывать не надо, знаете. Вот прошло уже там, сколько гречишному самогону? Недели две. Ну, я его не спутаю. Дата изготовления мне не очень важна, а вот что там налито, видно по содержимому. Набулькаем сейчас. Лафитничек. Правильно же, лафитник, да? Не лафетник, лафитник. Ну и, как говорится, ваше здоровье, ребят. Понюхайте, классно. Да, с бородинским хлебушком. Единственное, меня бесит, когда оно в холодильнике постоит, оно густое. Вот как сейчас, вот такое мягенькое оно прям. Я специально перед съемкой достал из холодильника, не из морозилки, из холодильника. Заготовил впрок, ну почти килограмм был. Я думаю, что я его за неделю съем, он не заветрит. И да, самое главное, брать свежее, свежее прям сало. Не какое-то там с рынка, бог знает, сколько оно пролежало. Ну, в принципе, по запаху можно определить, начало оно заветривать, нет. Это вот прям свежее. Огонь. Ребят, конечно, на любителя, но... Честно, блин, я балдею от этой закуски. Она классная. Вот такая. Чего я вам советую. Наверное, на этом и все. То есть, самогоночка тоже зачет. Гречишная. Вот. На этом, наверное, и все. Рад был, если кому-то пригодится мой рецептик. Вот. Достойно. Достойно, ребят. Поверьте. Все. Лучшей наградой, напомню, для меня будет ваш лайк и подписка. Все, с вами был Серега, пока.